Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем подставочку для яичка. Держится хорошо все. Делать несложно. Давайте начнем. Берем квадратный лист бумаги формата А5. Эту линию закладываем на эту линию. Складываем пополам. Проглаживаем. Раскрываем, наведем линию сгиба, делаем то же самое еще раз, проглаживаем. Наведем линию сгиба, переворачиваем на другую сторону, этот уголок закладываем на этот, теперь складываем квадрат по диагонали, проглаживаем, раскрываем, делаем еще раз то же самое. Проглаживаем. И вот таким образом собираем обычный треугольничек, стандартная заготовочка. Эту линию закладываем сюда. Для удобства я переверну. Проглаживаем. Наведем линию. С другой стороны делаем то же самое, эту линию на эту линию. Проглаживаем, наведем линию. Перевернем на другую сторону, делаем то же самое. Проглаживаем. Эту линию сюда. Проглаживаем, наведем, раскрываем теперь пополам, вот таким образом, и по этой линии мы отгибаем вперед, раскрываем уголочек. Эту линию закладываем на эту линию. Здесь мы немножко пальцем прокладим, проглаживаем. И вот этот уголок закладываем на этот уголок. Проглаживаем. То же самое делаем с другой стороны. По этой линии мы отгибаем, раскрываем. Закладываем, проглаживаем. И этот уголок сюда. Проглаживаем. Переворачиваем на другую сторону. Делаем то же самое. По этой линии мы сгибаем, по этой линии мы загибаем уголочек, придерживаем, чтобы бумага у нас не расходилась.
по этой линии точно так же. Загибаем. Переворачиваем на другую сторону, делаем то же самое. По этим линиям загибаем. Прижимаем. По этой. Прижимаем. Вот такая у нас заготовочка получается. Этот уголок мы закладываем сюда. Прижимаем, проглаживаем, наведем линию сгиба, переворачиваем на другую сторону и точно так же этот уголочек к этому, в другую сторону загибаем получается. Прижимаем, проглаживаем, наведем. Этот уголок закладываем сюда. Таким образом отгибаем. Отгибаем. И у нас получается здесь линия сгиба. Вот это она у нас видна. Этот уголок мы закладываем к этой точке. Проглаживаем. И обратно загибаем. То же самое делаем с другой стороны. Загибаем обратно. Переворачиваем на другую сторону. Делаем то же самое. Получается, мы сначала уголочек загибаем. Проглаживаем хорошенько. Отгибаем, отгибаем. К центру. Закрываем. Отгибаем к центру. Загибаем обратно. По этой линии мы раскрываем. И делаем то же самое дальше. Такие же самые действия. Отгибаем. Уголок к центру. Вот нашей той линии, напоминаю. Закладываем, проглаживаем, загибаем. Переворачиваем на другую сторону. И последний у нас остался уголочек. Загибаем, загибаем. Возвращаем обратно. Вот такая у нас заготовочка. Теперь мы ее будем раскрывать. Загибаем с одной стороны уголочек, с другой. И потихонечку раскрываем. По вот этим линиям получается. Выталкиваем потихоньку. Подравниваем нижнюю часть сразу. Вот эти линии. Уголочки отгибаем на место. И теперь получается от этой точки до вот этого угла, через этот уголок, у нас идет линия. Ну, мы здесь воспользуемся пинцетом, чтобы было удобнее. И тут всего пару раз так вот прижмем, раскроем. На уголке разочек прижмем. И еще разочек на уголке. Вот одна сторона у нас готова. То же самое делаем с остальными. Прижимаем. На уголке. Прижимаем. И самый кончик
подравниваем. Следующий уголок. Подравниваем. Подравниваем. Последняя у нас сторона. Прижимаем. Прижимаем уголок. И нижний уголок. Вот таким образом получается у нас. Все линии держатся. Берем стерженек от ручки. И теперь уголочек загибаем. Сначала просто его по чуть-чуть, чтобы складочка здесь лишняя не была. А потом еще разочек закручиваем уже полностью и хорошенечко прижимаем. Вот таким образом. Следующий. Сначала просто закручиваем. Вот таким образом, чтобы складочку согнать. И потом еще разочек закручиваем полностью. Таким образом подравниваем. Прижимаем. Следующий. Последний уголочек. И теперь его подравниваем. Эти уголочки подравниваем. Вот такая у нас подставочка получилась. Эту часть можем еще немножко подровнять. Вот и получилась у нас такая подставочка. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем миску. В ней можно хранить чипсы, кукурузные палочки. Она не такая мощная. Интересная моделька.